Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Раушан Вильмс. Сегодня хочу поделиться рецептом шоколадно-кофейного печенья в виде кофейных зерен, которое очень просто в приготовлении. Итак, понадобится 60 грамм мягкого сливочного масла, 100 грамм сахарной пудры, можно заменить на сахар, 100 грамм сметаны, 25 грамм какао, 1 чайная ложка растворимого кофе, я буду использовать кофейный экстракт, 200 грамм муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Масло взбиваю сахарной пудрой до пышной светлой массы. Затем добавляю сметану и кофе. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, чтобы масло не свернулось. Просеиваю сухие ингредиенты и с помощью лопатки замешиваю тесто до однородности. Тесто похоже на пластилин и не липнет к рукам. Накрываю чашу пленкой и отправляю в холодильник на 1 час. Затем с помощью мерной ложечки, это у меня пол столовой ложки, беру необходимое количество теста и формирую шарик. Затем придаю форму бочонка и выкладываю на противень с пергаментом в шахматном порядке на расстоянии друг от друга. Затем с помощью зубочистки делаю борозку посередине заготовки печенья, как у кофейных зерен. На одном противне у меня поместилось 31 штука, а на втором еще 10 штук, итого 41 штука, смотря от размера печенья. Отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 10-13 минут. Печенье получается твердым сверху и мягким внутри, имеет больше сливочно-шоколадный вкус, чем кофейный. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, а также спасибо за лайк и подписку. Это очень помогает развитию моего канала. Заглядывайте ко мне в Instagram, там я делюсь эстетикой еды и активно в сторис. Желаю вам отличного настроения, до новых встреч, пока!